Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дед Сергей. И в этом видео мы с вами разберем патч 0.203.10. Это последний новый патч, который выпустили нам разработчики, не считая небольшого хотфикса. Под прошлым видосом я попросил вас рассказать, какой формат видео вам нравится больше, старый или новый. Кому-то более привычен старый формат, кто-то голосует за новый. Но я понял вот что. Пусть на канале будут оба формата. Сначала мы с вами делаем, так сказать, взгляд в будущее, смотрим, что нас ждет в обновлении в целом. И когда это обновление выходит, мы с вами его скачиваем и начинаем его щупать и смотреть, что же завезли нам новенького. Итак, духовка и кухонная станция теперь будут сбрасывать предметы, если мы с вами ее уничтожим. Исправили сохранение чувствительности геймпада. Увеличен шанс выпадения семян с березы и дуба. Настроили значок семян лука. Теперь вот так вот они выглядят. Настроили уровень сложности в целом. Плюс убрали комфорт от вот таких стеклянных стен. Крафтятся они из кристаллов. Кристаллы падают с големов. Сделали настройку алебарды, топора из черного металла и бронзового копья. Уменьшили расход выносливости от оружия ближнего боя. Ножам добавили больше прочности. Произвели небольшой ребаланс новой еды. Ночные монстры исчезают быстрее утром. Парирование дальнобойных атак снова ошеломляют атакующего. Произвели настройку гоблинов. Я пока с этим пунктом не разобрался. Если вы поняли, что за настройка была произведена, то, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях. Теперь перезарядка атаки у быкоящеров более долгая. Исправили замедление от урона холдом. Произвели исправление деревянных щитов, но я, честно сказать, никакой разницы что-то не замечаю. Деревянные бревна 26 и 45 градусов будут вести себя более стабильно. Добавили вот такую вот прекрасную репку. Делается она из репы и смолы. Ну и последнее. Это исправили анимацию бега с оружием и факелом. Я никакой особой разницы тоже не вижу. Вот, в принципе, все, друзья. Мы с вами посмотрели, что это за обновление 0.203.10. Изменений немного, но они все-таки есть. Разработчики медленно, но верно продолжают делать игру все лучше и лучше. Также сразу после этого обновления был выпущен патч 0.203.11. О нем можете посмотреть во вкладке сообщества. А на этом пока что все. Если видео понравилось, пригодилось, то поставьте лайк. Если нравится канал, то подпишитесь на канал. Ну и все, друзья. Всем пока-пока.